Привет, друзья! С вами Алекс из Индии, и сегодня мы будем исследовать акваторию Аравийского моря недалеко от Мумбаи. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео, дальше будет только интереснее. Ставьте лайки и пишите комментарии, свои пожелания и критику. Мне важно знать ваше мнение для улучшения канала. Мумбаи в прошлом назывался Бомбеем. Он стоит на островах, которые еще в колониальный период соединяли между собой переправами и мостами. Расположение побережья Аравийского моря позволило Мумбаи стать важным транспортным узлом страны, в том числе и самым большим ее портом. Аравийское море так называется потому, что с 9 века до позднего средневековья по нему часто на своих судах плавали арабские торговцы. Кстати говоря, торговый путь по северному побережью был известен еще 7 тысяч лет назад и использовался древними кораблями самых ранних человеческих цивилизаций. Аравийское море за свою историю имело много названий – Эритрейское, Персидское, Индоарабское, Оманское, Зеленое. Несмотря на скудные природные ресурсы и дефицит воды на побережье, район Аравийского моря был заселен давно и до сих пор остается очень оживленным местом. Во-первых, Аравийское море служит транзитом морских путей через Суэцкий канал. Здесь находятся важнейшие международные порты – Аден, Карачи, Мумбаи. Во-вторых, через Аравийское море осуществляется экспорт нефти из бассейна Персидского залива. В-третьих, с древних времен в районе моря существовали развитые цивилизации – Персия, древние индийские царства. Основным занятием была и для многих до сих пор остается добыча морепродуктов. В обычаях местных рыбаков тесно переплетаются индуистская культура и католические ритуалы. С одной стороны верят в Бога, а с другой – в духов, которые обитают в морских глубинах. Перед ловом обязательная молитва с обращением к Святой Деве-Заступнице, а для задабривания духов на берегу обязательно оставляют мешочек с крупой или сладостями. Горе тому, кто покусится на эти дары. Его, как утверждает молва, ждут серьезные неприятности. Итак, друзья, спасибо за просмотр. Не забываем подписываться, жать на колокольчик и ставить палец вверх.